22 тонны ракетного топлива пролились на Землю в результате крушения российского космического корабля «Союз». Неудачный запуск с космодрома Байконур состоялся 11 октября. А сегодня вице-министр оборонной и аэрокосмической промышленности рассказал о результатах экспертизы почвы. Основное сгорание топлива произошло на высоте 47 километров. 22 тонны ориентировочно керосина и кислорода пролились на землю. Остаток того топлива, который сейчас наши как раз... При этом превышение ПДК по тем уже исследованиям, таких нормативов по керосину нет. Так как это практически сразу... Керосин относится к четвертому классу токсичных веществ, как все нефтепродукты. Все обломки ракетоносителей корабля отправлены для исследования в Самару для изучения причин аварии. Ее результаты обещают выдать Казахстану в течение 2-3 недель. До завершения расследования Роскосмос отменил все дальнейшие запуски ракет типа «Союз» до конца года. Это один пилотируемый полет, один транспортный и один с космическим аппаратом.